Ремонт дорог, организация умных поворотов, строительство Машкинской развязки. С рабочим визитом Химки посетила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. Вместе с главой муниципалитета Дмитрием Волошиным она встретилась с жителями и обсудила волнующие их вопросы. Пробки – главная проблема любого подмосковного города. В Химках уже разработали около сотни мер по разгрузке дорог, строительство карманов на автобусных остановках, организация умных поворотов и установка специальных светофоров. Так называемые быстрые решения помогут сократить пробки на 30%. Мы проанализировали все наши остановочные модули, которые сегодня мешают движению, то есть есть затор в артерии из-за отсутствия заездного кармана. Сейчас таких остановочных модулей в Химках во всех микрорайонах 81, 23 это прямо срочная пожарная мера, мы ее в этом году будем делать. Остальные мы будем обсуждать тогда с Министерством транспорта, софинансирование, для того, чтобы вот такими простыми решениями, строительством заездного кармана, мы тоже пробки разгрузили. Парковка – еще один серьезный вопрос. Наиболее остро в создании дополнительных машиномест нуждаются жители микрорайонов Левобережный и Новокуркино. Администрация округа уже ведет работу в этом направлении. В течение 3 лет на территории 2 микрорайонов создадут свыше 14 тысяч дополнительных машиномест. Также в городском округе продолжают работу по замене старых остановочных павильонов на новые.